Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о новом Land Cruiser Prado, который стал более стильным и технологичным, но при этом не уступает по возможностям и надежности предыдущему автомобилю. Он, конечно же, не такой изысканный, как многие современные внедорожники, но вряд ли кто-то из них имеет такую же репутацию, как легендарный Land Cruiser. Ведь только японские внедорожники могут доставить вас в любую точку мира и, самое главное, вернуть вас обратно. По заявлениям производителя, при разработке новой модели они также смотрели на все предыдущие автомобили, чтобы сохранить простой и прочный характер внедорожника. И на наш взгляд, у них это получилось на все 100%. Если говорить о моторной части, то тут, в зависимости от рынка, могут быть большие отличия. Например, в Европе Prado будет доступен с 2,8-литровым 4-цилиндровым турбодизелем мощностью 201 лошадиная сила и 500 ньютон-метров крутящего момента. Он будет работать в паре с новой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и стандартным полным приводом. Пока внедорожник будет доступен только с этим агрегатом. Однако Toyota уже сообщила, что в 2025 году появится версия с мягким гибридом. Официальных данных об ускорении и расхода топлива пока нет, ведь новинка появится в Европе только осенью этого года. Стартовая цена нового Land Cruiser будет начинаться с отметки в 57 445 долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!